syphilis red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress. Call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang, bang, got my hand, bang, got my hand, bang, got my hand. Call 1 понедельник. Делаем все, чтобы сделать до среды полтинник. И начинаем 3%. Начало новой недели. Я заряжен, потому что прошлый месяц я заработал, дядя, 31 тысячу чистыми на арендованном автомобиле. У-ху-ху! На Nexi. Посмотрим, сколько можно будет заработать по 25%. 3 часа дня, 1000 гривен по 25%. Километраж 127. Пришло время прощаться с Nexi. Служила она мне. 5 месяцев я на ней работаю. И эта Nexi реально меня подвыручила. Это крутая Nexi. Пусть она без кондиционера, пусть она без стеклоподъемников. Хозяин мне затонировал ее. Никаких перебиралок, никаких балалаек. Просто Uber. В следующих видео вы обязательно узнаете, какая тачка будет новая. Ах да, ребятки, забыл сказать. Пиар всегда, пиар везде. Я создал новый чат под названием Агрегатор Тим. Это стиль агрегаторов пацанов, которые бомбят на полную. Переходите, ссылка в описании. Агрегатор — самый крупный чат водителей по всей Украине. 31 тысячу гривен чистыми я заработал. Это уже без аренды, без топлива. Автомобиль я не ремонтирую. Да, согласен, я работал без выходных, но это не полные дни. В основном средние — это 10-11 часов. Когда ты работаешь на Uber, ты реально не устаешь. Кто понял эту тему, он меня поддерживает. Для тех, кто не понимает, я скажу одно. Ребята, рано или поздно вы все равно пойдете работать на подобную схему агрегатора пылесос. Поверьте мне, я пророчу, потому что многие уже становятся агрегаторами. Такси Бон, Ютакси, по Магниту. Таким образом, ты можешь больше заработать бабок. 1 километр подача, Мария. Помним, что с понедельника по среду нужно сделать 50 поездок, чтобы потом возить по 3%, как король. Тогда все будет четко. Поехали. Сразу же, вот только что я высадил, 200 метров подача. Да, здравствуйте, это такси. Я уже на месте, прям напротив центрального выхода. Окей. Сейчас надо делать поездочки, поэтому я иногда прозваниваю. Если много заказов, это утро, час пик, безразговорочно, 3 минуты на таймере, до свидания. 30 рублей на счет, поехал дальше, через 500 метров тебе придет следующий заказ. Если заказов маловато и сейчас нужно набивать поездки, чтобы до среды сделать 50, отменять, ребят, не вариант. Есть такие люди, которые на Uber любят много отменять. Ну и смысл, что ты много отменяешь, да, получишь ты 30 гривен. Но если ты так будешь отменять один за одним, ты не будешь зарабатывать. Друзья, приехали мы, короче, очень далеко, Свято-Петровская. Сейчас идет дождь, я думаю, по-любому какой-то заказик прилетит где-то в Крюковщине. 12,5 километров подач. Принимаем, посмотрим. Предлагает проехать через железнодорожный переезд, но там же может быть пробка. В таких случаях, ребят, я отменяю. Тут можно написать «проблема с автомобилем», «отменить поездку». Там можно застрять на переезде. Сейчас идет дождь, коэффициенты. Принимаем. Я почти под Крюковщиной. Елена, ну опять через железный переезд. Ну как так? Там же можно застрять. Yeah, baby! Да! Дядя! Обер, обер! Оп! Шо там оно, дядя? Вот мы и встретились. Здорово! А ты тут рядом, да? А, у меня вон заказ, следующий дом.
Ну давай. Дядя мой встретился. Как я люблю своих подписчиков. Самое главное, я считаю, нужно немного подождать. Потому что если постоянно перемещаться, невыгодно будет. С каждым километром тратится газ. Километр за километром превращается в 10 километров, 20. И таким образом вы не экономите. Сейчас остановлюсь здесь, подожду минут 5, может быть 10. Если ничего не прилетит, буду уже перемещаться. 800 метров. Вот видите, я остановился, подождал 5 минут и 800 метров подача на Вишневом. Так бы я сейчас ехал в центр и ехал. Вот так все и происходит, ребят. На часах 5:30 мы на Лавине Молл, и у нас 1300 касса. Много времени я потратил с часу до 3. Я искал место, где снять видос, попил кофе, обеднее время ушло. Для меня в понедельник, вторник, среда не главная касса, а главная поездка. Я быстрее хочу выполнить 50 поездок, чтобы у меня уменьшилась комиссия. Я считаю, люди должны смотреть, где они ставят адрес и куда они едут. Если неправильно поставили точку, это уже проблема пассажира, а не водителя. Я, конечно, ищу, иду на уступки и еду там, где они находятся, даже если точка не в правильном месте. Но если со мной человек по телефону разговаривает грубовато, говорит, я ставил адрес тот, подъезжайте сюда, я говорю просто, хорошо, и все, ложу трубку, дожидаюсь, пока пройдет время, отменяю и уезжаю. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — это именно жесткие времена в такси. И если ты думаешь, когда именно начать, начинать нужно прямо сейчас. Я считаю, что на Uber лучше работает система, и на Uber можно больше заработать бабок. Ну вот, пришел третий заказ. Было две отмены, заработали мы 60 гривен за отмены. Не то, что я как бы такой специальный человек, который кайфует от этих отмен. Но я знаю, что здесь на Лавине по-любому я уеду сейчас. По-любому кто-то будет заказывать. Сейчас вечер, все уезжают. Кто-то был в Ашане, кто-то был в эпицентре. Но вот нужно отслеживать. Они, люди попривыкали, что такси им постоянно звонит. Uber специально сделал так, вот эту отмену, чтобы как бы компенсировать водителю и дисциплинировать пассажира. Ребята, освободился я в центре, поставил в сторону дома, сейчас 7 часов. Ждем заказик, тут, кстати, какой-то коэффициент на Подоле. Возможно, по коэффициенту и уедем. С Подола мне приходит заказ тоже в сторону дома. Парня оказалось везти на Бровары. Плюс мы ехали очень долго, как там была пробка на мостах. В общем, вечер, тянучки, все как обычно. Только высаживаю, мне приходит заказ с подачи 9,5 километров. На Княжичах девушка Мария. Так, друзья, в общем, закончился наш рабочий день. Сегодня был понедельник. Сегодня мы ездили по 25% сервисного сбора. Я выехал приблизительно в 8. Сейчас на часах у нас 9:30. Где-то в обед я сделал 3 часа перерыва. Касса составила 1910 гривен. 11,5 часов онлайн. Километраж составил 270 километров, 378 гривен получилось топливо. Чистыми я приблизительно заработал 1100 гривен. Это довольно-таки неплохо. Много моих знакомых, друзей сталкивались с такой ситуацией, что тоже выезжали с тех точек, где никакой уклон, никакая балалайка никогда не вытянет. Вот скажите, если бы у вас была такая фирма, в которой вы делаете все для людей, делали бы вы меньше комиссию или нет? Он и так делает неплохой бонус 3%. И если выполнять эти бонусы, то реально зарабатывает. Я решил сменить автомобиль, все это произошло спонтанно. Вот такая вот Deo Nexia серая, она останется в моей памяти. Минимальный салон для работы, если ты на старте, то это то, что нужно, ребят. Не стремитесь за большими тачками, они вам реально не нужны, ребят. Если ты начинаешь, начни хотя бы с Ланоса. Все ненавидят Ланосы, но, ребят, Ланосы дешевые. Надо найти, реально, 1800-1900, вот это цена Ланоса. Со временем ты справишься и перейдешь на новый уровень. Я начинаю с Ланоса, и именно это помогло мне стартануть, забрать сюда семью, перевести, оплачивать все расходы, еда, жилье. Я очень дешево платил за машину, но зарабатываю намного больше, чем ребята зарабатывают даже на машинах дороже и комфорт-класса. Хотел сказать всем спасибо за поддержку, кто подписался. Ребята, я создал агрегатор-чат в Телеграм, обязательно переходите по ссылке. В этом Телеграме я тоже часто бываю. Это чат водителей, и этот чат станет самым крупным чатом в Украине, по всей Украине. В этом чате нет обмана, в этом чате только качественные услуги, качественно все основывается на доверии. Каждый, кто подписывается на чат, становится моим другом. И каждый подписчик, который подписал, становится моим другом и братом. Потому что если ты подписался, значит тебе нравится то, что я делаю. Хотел выразить огромную благодарность всем, кто подписался. Мне очень приятно, ребят. Я все делаю это для вас, все эти видео для вас. Если считаешь это видео интересным, обязательно поставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!